Проблема ухода за деревьями может быть рассмотрена на ближайшем заседании городской думы. С такой инициативой планирует выступить депутат Илья Довгий. По его мнению, случаи бесконтрольного уничтожения насаждений в Великом Новгороде стали носить практически повсеместный характер. То, что липы на набережной рядом с крупным торговым центром обрезаны, депутат городской думы Илья Довгий заметил еще в начале декабря и забеспокоился. Вдруг весной на них не смогут появиться листья. Да и вообще выглядеть эта аллея стала весьма неприглядно. Народный избранник сразу же обратился в комитет по управлению ЖКХ, а ответ получил лишь на днях. Мне сообщили, что действительно обрезка и снос деревьев производился без получения порубочного талона, который является обязательным разрешающим документом на снос, либо санитарную обрезку деревьев. Зачастую обрезка таким образом производится, если получается фирмой талон порубочный, производится якобы санитарная обрезка, но остается только ствол. Оказалось, что кроны этих деревьев чем-то не угодили руководству торгового центра. То ли рекламные вывески закрывали, то ли парковки мешали. И все бы ничего, вот только необходимые документы для обрезки лип не оформили. По этому поводу был составлен административный протокол. К слову, сейчас стрижка деревьев продолжается, но уже на законных условиях. Было проведено обследование 10 деревьев, которые не были обрезаны. Выдан порубочный билет, то есть вся процедура была соблюдена на сегодняшний день, они это делают официально и законно, для того, чтобы сохранить облик города Великого Новгорода, так как получается, что некоторые деревья были обрезаны, а остальные стояли с лохматыми ветками. Обеспокоен Илья Довгий и тем, что не так давно были спилены несколько деревьев на Федоровском ручье. Но эту ситуацию в комитете по управлению ЖКХ пока прокомментировать не могут, поскольку на место происшествия специалисты еще не выезжали. Народный избранник считает, что наказание для незаконных рубщиков нужно ужесточить. Штрафа недостаточно. Этот вопрос Илья Довгий планирует поднять на Думе. Добавим, что на декабрьском заседании депутаты дали поручение мэрии подготовить проект программы по восстановлению деревьев на территории Великого Новгорода. Вероника Лебедева, Владислав Ковалевский, новости. Новгородское областное телевидение.